Всем привет! Сегодня мы играем очень популярный челлендж во всяких там тиктоках. Называется он «Понюхай, откуси, лизни или ничего». Да. То есть или оставь. У нас будет много разных раундов. В каждом раунде будет участвовать один из нас. Двое других будут за него болеть, да. Держать кулаки. Или за нее. Или за нее. Да. А первой буду я. То есть у нас есть 4 варианта и 4 продукта. И можно вот выбрать, нужно выбрать, что и какой продукт, что с ним делать. Да. Кто из нас первый? Я. Макс, уже готов? Да. Ну, вот тебе твоя как бы лотерея, и ты должен выбрать, что ты будешь нюхать, что кусать, что облизывать. Окей. А да, что да, вообще просто ничего? Маленькое Макс. Будет ничего. А если там маленькая банка сгущенки, а ты сказал ничего? Лизнуть большое, потому что там сгущенка. Сырую рыбу. Откуси тоже большое и откуси понюхай яйцу. Это. Ага. А теперь, что Макс будет нюхать? Да. Вот если это будет сгущенка, и он ее только понюхает. Окей. Арбузик! Арбузик, накорми пахнет мой пузик. Пахнет свежий, наверное, очень свежий, очень вкусный. Откуси. Это надо было съесть, оно такое вкусное. Чипсы. А ты не откусил, ты все съел. Ну, все, окей. Потом, лизнуть. Подожди, это Максимин раунд. Конфетка. Это белочка на палочке. Лизнуть конфету. Это ты правильно выбрал. Это надо лизать, потому что откусать было бы это неудобно. Очень вкусно. И потом и ничего, и это сгущенка. Нет! А что, это вкусно, это печень трески, это вкусно и полезно. Надо открыть, оно воняет. Это пахнет, это рыбий жир. Вы в капсулах едите рыбий жир? Да. Это точно то же самое, только в банке. Реально? Да. Ну, я давно снимаю без света? Похоже, да. Да. Короче, Макс справился с заданием очень хорошо, очень правильно. Ему повезло, можно сказать. И кто следующий? Ну, не повезло. Я следующая, но ему не повезло арбузик. Выключай камеру, мы сейчас его понюхаем. Да. Переходим ко второму раунду. Здесь уже приготовлены наши продукты. Так, кто второй участвует? Я. Ага, ладно, у Кати уже есть задание. Я хочу понюхать. Что-то большое хочет Катя понюхать. Потом тоже большое. Да. Лизнуть. Самое маленькое лизнуть. Да, это... Упс, убежала. И оставить это. Так, с чего начнешь? Оставить. Оставить ничего не сделать с колбасой. Ну, я не буду, я хочу ее понюхать, но я не буду, потому что нельзя. Баклажаны. Колбаса так пахнет, я ее не нюхаю специально, но она так пахнет. А Кате надо откусить баклажан? Давай, давай, там чили. Да ладно, там чили мало совсем. Это ты лук съела, надо откусить баклажан кусок. Так нормальные вкусные баклажаны, ё-моё. Что это, Катя? Это разве называется? Я съела. Нет. Напишите в комментах, как вы считаете, полный Катя справилась кусок с этим заданием или нет? Окей, потом. Потому что мне кажется, что как-то так. Облизать. Облизать. Вот это Катя выбрала неправильно, потому что это ее любимые, да, конфетки. Вот это Катя бы покусала бы, пообгрызала. Это nerds. Very good. Это типа nerds rope, но very smooth. Потом. И понюхать Катя хочет... Жвачку. Что это за жвачка? Чупа-чуп. Чупа-бабау. Она очень пахнет. Да, она пахнет. Я уже нанюхался колбасы, и я уже хотел ее покусать. Поэтому давайте следующий раунд, что попадется мне. Может, там тоже что-то будет вкусно. Катя! Катя! А теперь моя очередь идти участвовать в новой локации. Посмотрим, какие там будут продукты. И повезет ли мне выпить сгущенку? А тут нет слова выпить! Облизать ее! Облизать, да. А как ее укусить? Вот если мне попадется сгущенка, как я ее буду кусать? Так что как кошечка. Вот сейчас и проверим. Итак, откуси. Вот что-то побольше. Ничего, что-то поменьше. Лизни вот это, понюхай вот это. Тут, в принципе, сейчас разницы нет, потому что мы же не знаем, что самое там внутри. Большое. Самое большое. Открываем. Да-да. Понюхать! Ой! Только понюхать! Тут огромный, ну как огромный, нормальный тортик шоколадный. А вам нельзя? Ой, очень вкусно пахнет. Шоколадом, шоколадным пахнет. Следующий. Так, лизни, что я буду лизать? Кстати, это вкусно. Это creamy blue сыр какой-то. Очень жирный, очень вкусный. Я его люблю с кофе и с медом. Давай лизни. Он даже не пахнет. Только что я облизанный сыр потом есть с кофе. Давай, закрой. Ты его единственное ешь. Он не воняет. Закрой.
Да понюхай! Ну, я разрешаю, он нормальный сыр, что вы это? Это очень вкусный, кстати. Видишь, почему сыр не целый? Потому что это я его тут уже чуть-чуть подъедал. Так, ничего. Ох, если это сгущенка. И ничего с ней не сделать. Это желе. Да, я даже нюхать не могу, да? И что ты будешь откусывать? Могу просто посмотреть. Подними ее пальцами. Как она выглядит. А такая желейная желейка. В общем, если честно, хорошо. Я не очень люблю желейки. Это Катя любит. Давай, Катя, что ты будешь откусывать? Что-то большое я буду кусать. Это было вкусно, это вкусно, это тоже вкусно. Как это вкусно? Ew. Откуси укроп. Вот такой вот классный английский у нас укроп. Если я да. А, нюхать нельзя. Сори. Сам укроп же никто не ест. Едят там, не знаю, с салом каким-то, с хлебом. Ой, ну ладно. Ты сайт. Можно я тебя покормлю, зайка? Хватит. А, окей. Ну, вкусно. Я еще так много откусил. Дайте какое-то сало, колбасы. Кстати, следующий. А, ты? Так мы уже прошли целых три раунда. Да. Макс, готовится. Дайте мне кусок колбасы к этому кругу. Макс, давай собирай бумажки и пошли на твой раунд. Посмотрим, улыбнется ли тебе фортуна. Давай. Откусить кусок сгущенки. Вот это прикольно. Окей. Хорошо. Давай. Пап, ты знаешь, как откусить сгущенку? Смотри. Фадж. В прошлый раз меня очень фадж. Это разве сгущенка? Да. Ну, я бы переваренная сгущенка. Нюхать это. Нюхать вот это. Угу, маленькое что-то. Я буду ничевовать это. Ничевовать. Ничевовать. Оставлять. Я это лизну и... Нет, это лизну и это... Вот посмотрим сейчас, как ты угадал правильно все. От ничего до откуси. Давай, ничего. Что это? Сгущенка. О! Еее! Это... Свекла. Да. Это хотел варен... сказать буряк. Это вареная свекла. Так, или буряк. Пахнет. Окей, буряк тоже это правильно. Или нет, битву. Ты не будешь закрывать. Или битву. Она сильно пахнет. Так. Понюхай. Понюхай. Но это я кромбелый. Я тебе сказала, что это будет фанч. А почему мне под всякую вкусняшку подсовывают прямо под нос? Я только чувствую запах этого. Окей. А что мне надо будет съесть? Это для Макса мучение. Он супер любитель донатсов. Лаки. И откусить рыбку. Лаки. Рыбка называется желтые полосатики. Я пробовал. Желтые полосатики зеленые. Нет, это не желтые полосатики. Но это такая рыба, ты что, не знал? Корейская какая-то рыба. Зеленые полосатики. У рыбки спинка темная, а животик свежий всегда. Она вяленая. А, вяленая? Это не просто желтые полосатики. Он так пахнет. А можно выплюнуть? Откусить надо. Откусить надо. Это, кстати, деликатес для любителей рыбы всякой. Макс, я только похвалил Макса, что он нормально откусил, но... Не, это же не мне, нельзя. Кстати, она не очень пахнет. А мне нравится. Это знаете почему? Корейцы всякие или китайцы, они портят тараньку. Мы пробовали купить тараньку у азиатов, она у них вся какая-то бес. Желтые полосатики самые лучшие. Обычно должна быть чисто соленая рыба. Катя собирает, и мы переходим в новую локацию. Yes. Там уже подготовлены вкусняшки. Я всегда на этом столе что-то. Ничего. Хочу. Большое, ничего. А если там что-то большое нет, и вкусное? Нет, я в прошлый раз это оставила. Упсис, это оставила. Ничего, Катя выбрала дальше. Но я все равно хотела это. Окей. Откусить. Откусить это. Понюхать это. Окей, давай. Так, начинаем с чего? Я уже знаю, что я тут колесо. Тут салат из капусты и колесо. Ничего с ним не надо делать. Я не люблю. Капуста полезна. Потом закусить. Что откусить? Манго! Вау! Класс. Обалденные, вкусные. Прям по нему видно, что оно мягкое и сочное и вкусное. Very мягкое. Это обалденно. Вот это тебе повезло. Да. So sweet. А теперь лизни. Знаете, что вы нашу кошку провоцируете, тоже есть. Она вот сидит и кушает. Ей тоже надо кушать. Что? Понюхать медовик. Just понюхать. Я не сильно люблю медовик. Это Макс любитель. У нас Макс любитель медовиков. Не медом пахнет. Я не знаю, чем пахнет. Медовиком. Подставка. Пахнет медовиком. Потом. И лизнуть надо что? Шоколадка. Шоколадку. Это какая шоколадка? Молочная. Не написано. Молочная шоколадка. Наверное, Galaxy. Так нечестно. А, с карамелькой. Только лизнуть. Я знаю. Так нечестно. У Кати было три там внутри, там внутри этих подушек карамель. А. Лизни. Конечно, лизни. Мяк? Карамель внутри. Я ничего не чувствовала. Надо много раз лизнуть, раз сто, тогда почувствуешь. Да. Ну что, следующий мой раунд? Да. И мне должна попасться сгущенка.
Нет. Интересно же, что мне попадется. Да. А что мне попалось откусить в прошлый раз? Кате манго, Максу рыба. Да. А я и не помню. Торт я нюхал. Да. Сейчас проверим. Сейчас должно быть что-то очень вкусное. Я надеюсь, то мне попадется сейчас самое-самое что не вкусное. Откуси. Ничего. Ты откусил укроп. Да, это было невкусно. Хотя сам укроп вкусный и полезный, но чистый укроп нехорошо. Итак, давай, что я буду нюхать? Вот давай, вот сразу возле меня я буду нюхать. Вот целый раунд мой. Я буду нюхать желейного крокодила. Он вкусно пахнет. Винограды, яблоко. Яблочный такой вкусный аромат, я бы его даже откусил. За хвост его возьми, покажи, как он. Он такой вот крутой, прикольный. Пока. Да. А покажи нам, что ты будешь ничего. Что я буду ничего? Ничего. Только не сгущенка. Раз. Это ничего? Хотя бы понюхать дайте. Это же очень вкусный ролл. Какой-то с яблочком, что ли. С цинамоном. Я уже... Аромат этот ощущаю. Ой, ладно, давай хоть лизнем что-то. Окей, давай. И я лизну. Это папа будет облизывать. Я облизну. Потом сам будешь его есть. Да. Можно, нюхать не надо? Можно мне посередине? Что можно потом? Давай я крылышко облизну. Окей. Окей, теперь откуси. Я уже хочу есть. Вот к этому, это надо было к укропу мне подавать. Есть. И буду я есть, кусать. А тут нету плохого. А как откусить икру, хорошо? Я знаю как. Как откусить икру? Так что возьми одну. Берем икринку. Одну? Да. И раскусить. Это как тиктоки, да? Попади в маму. Да. Не надо. Yes! На мои волосы! Камеру. Мне кажется, или брызнула где-то? На зубы твои. Это даже вкусно. Можно больше. Откусить икринку. Ладно. Я люблю вот так делать. Нету плохого? Крокодил плохой. Какая разница? Что, обязательно плохое? Укроп тоже был хороший, только его кусать не надо было. Его надо было нюхать. Ох, я хочу... Давай еще по одному раунду и можем уже обедать. У нас есть курица, есть десерт. Макс, удачи тебе в этом раунде. Да. Надеюсь, тебе повезет погрызть что-то несъедобное. Без думания я ставлю. Ага, вот как повезло, да? Окей, понюхай. Это надо было кусать. Это надо было кусать. Курицу, ты сказал, чуть-чуть лизнуть. А сало взял, облизал через все. Я забыла. Кстати, это даже салом трудно назвать. Это не сало, это такая... Замороженная грудинка. Грудинка, да. Замороженная. Понюхай. Это желейка. Если гид нюханится. Пахнет. Если я бы это укосила, я бы... Ничего. Ничего! С мороженым M&M's. Окей, ладно, укуси. Нет. Окей. Челлендж есть челлендж. Ничего. Сало надо было кусать, точно. Лаки! Есть! Макс, повезло тебе! Зачем? Лаки! У папы! Надо было понюхать. Все было хорошее. Надо было понюхать лимон. Я укроп ел. Нет, все в прошлом раунде. Ну лимон тоже хорошо и полезно даже. Все лаки. Я тебе сделала. Молодец! Молодец! Лимон останется к чаю. А мы продолжаем. Так, чья очередь? Сейчас Катина. Что же, Катина пойдет? Я тоже не буду думать. Ты сразу разбрасываешь. Так, лизни ничего, понюхай, откуси. С чего мы начинаем? Откуси. Начинаем кусать. Тебе повезло, Катя. Я укушу это, оно не спайси. Надо вот то сало Максимина, мой укроп и вот этот чеснок. И вот ту курицу. Я укусила. Мама, ты недалеко спрятала? Вот то все оставляй. Тебе это понюхать. Вот это надо было кусать. Да. Маршмель. Стой, а можно его разделить? Нет. Наверное, не делить. Но оно, наверное, очень вкусно пахнет. Чем ты это делаешь? Зачем ты, Були? Чем пахнет маршмеллоу? Маршмеллоу. Правильно. Зефиром пахнет. Так, ничего или лизни осталось? Лизни. А какой вкус? Мне кажется... Это острый, да? Чиз-пицца. Ой, а зачем? Я понюхал, сори. Да, это чили-хит-вейв.
Да, и справилась, молодец. Ничего? И... Ничего не сделала. Огурцом. И у нас остался один завершающий раунд, который попадется мне. Я надеюсь, мама там под конец перец чили мне не поставит. Вот сейчас и посмотрим. Да, надеюсь, не будет. И мне не повезет откусить перец чили. Хотя, я уже могу, я люблю. Смотрим, что тут у нас есть и что мне попадет. Если попадет перец чили, только съешь. Там, где начинается этот там. Я же сильный, я откушу по-настоящему. Лизни, ничего, понюхай, откуси. Окей, откуси первый. Не, давай начнем с дальнего, лизнуть. Ох ты! Колбаки! Ух ты, а какая у нее длина? Двухметровая колбаса. Мне кажется, надо эту облизать. Мне кажется, если померить, она будет в чей рост? А ну, смотрим. Колбаса выше тебя, выше Макса. Выше. Она как, она выше меня. Пап, вау. Она да. Еще немножко сломалась, она еще выше. Да? Она еще выше. Она это, еще кстати, выше. Это Катина любимая, да? Верю. А у меня задача ее... Чё? А, лизнуть! Я нюхаю, сори. Сори, я все нюхаю. Я хочу. Ничего не чувствуется, мало. Так, давай дальше. Что там вот здесь? Ничего. Ничего, раз. Мочка. Хотя, да, это хорошо. Потому что они замороженные все еще. Нюхать я буду. О, хорошо, что не откуси. Да. Но это, кстати, понюхать тоже можно аж... Аж слезы пустить. Да. Это же этот, как это называется? Васаби. Васаби. О, это то, что к сушам. Забыл, как он называется. Хрен зеленый. Точно. Кстати, не сильно. Я думал, что аж будет, знаете, так аж... Ах, в носу закручивается. Давай. И... Вот сейчас мы только все соберем. Вот курицу, сало, вот все чесноки. А кусать я буду... Лафи-тафи. Конфет. Это... Это не лафи-тафи. Это лафи-тафи. А как их кусать? Они твердые. Так, какую будем кусать? Синюю, зеленую или желтую? Мне кажется, это арбуз, зеленый. Это манго, это блюдо. Давай зеленую. Давай зеленую. Арбуз. Итак, кусаем арбуз. А, нормально. Она не сильно твердая. Она такая полумягкая. А, это как у нас жвачки Ментос. Кстати, очень круто закончился наш челлендж. Да. На очень вкусной ноте. На очень сладкой и приятной. Катя, ты куда? Моя колбаса. Нет, ну моя. Что, мы можем моя. Заканчивать. Давай попросим зрителей поставить лайки. Лайк. Подписаться, если кто это не сделал. И пишите в комментах, как мы тут справились с задачей. А? Мне кажется, very good. Катя баклажан не откусила нормально. Напишите, да, как еще засчитываете, Катя, этот... Ну, я нормально укушу это. Я нормально это укушу. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, всем пока-пока. И маме отдельный лайк, я тут перейду. Маме отдельный лайк за то, что приготовила. Тащи сюда курицу, чеснок, сало. Что там все было? Укроп, все тащи. Сейчас мы все это дело тут разберем. Да.